Василий Арнольдович, как вам начало тренировочного сбора, его цель и что можете про него вообще сказать? Целью является этого сбора подготовка наших судей к предстоящему сезону. Мы уже стартовали на Кубке Цеплаку, Кубке Солея. Это входило как бы в этап подготовки судей к основному старту, старту чемпионата. И этот сбор призван, в принципе, опять же, проверить готовность наших судей к предстоящему сезону. И, в принципе, также получить официальный допуск к обслуживанию матчей чемпионата республики. Ну, там я видел в программе и тесты, и теоретические знания нужно сдавать, да, и, можно сказать, интересно, что даже такие именитые судьи, да, как Петр Амосов, все равно тоже в числе тех, кто сдает. Ну, я думаю, что в числе тех, кто сдает, Максим Сидоренко, чуть-чуть более именитый, чем Петр Сергеевич. Но, безусловно, нет никаких исключений. Единственное, кто, если кто-то отсутствует на этом сборе, они потом в индивидуальном порядке будут сдавать теоретический экзамен, который сдается, и подготовка вообще физическая, ряд нормативов, которые в тренажерном зале принимаются, плюс функциональный тест. И на льду коньковая подготовка тоже, там ряд тестов присутствует. Ну вообще есть какие-то, может быть, новички, да, или это сетей судьи, которые были в прошлом сезоне? Ну, костяк наш, он сохранился, и он, в принципе, из года в год, как бы, так как постоянен, да, константа есть. Есть небольшая ротация, перешли несколько человек из линейных главных. Пробуются и добавилось буквально 3 человека. Это молодые ребята, совсем молодые, которые, ну, которым необходимо почувствовать вообще вот этот вот дух, да, судейство, коллектив и к чему им стремиться. Они тоже участвуют здесь. Ну, основную ставку они будут на юниорскую лигу обслуживать и, возможно, где-то допускаться к обслуживанию матчей высшей лиги. Но это в качестве линии, безусловно. А в принципе у нас сформировался костяк главных судей, поэтому, ну, все готовы, в принципе, к сезону.